В преддверии нового учебного года ученики и педагоги школы номер 7 получили настоящий подарок в виде отремонтированного актового зала, о котором давно мечтали. Всего на ремонтные работы было потрачено более 1 000 000 рублей. 500 тысяч в рамках реализации наказов избирателей выделила Ивановская областная дума и более 800 тысяч рублей муниципалитет. Увеличена сцена, то есть она была очень узкой. Заменено покрытие напольное на сцене и в самом зале. Отремонтированы стены. И заменены радиаторы отопления. Представители родительской общественности вместе с руководством школы провели приемку обновленного актового зала, отметив, что ремонт выполнен в полном объеме и по сравнению со старым залом новый оформлен эстетично, красиво, выглядит светло и уютно. Было небезопасно, было темно, сумрачно, не хотелось даже сюда приходить. Если честно, очень такие две большие разницы, потому что в этом зале 30 лет не делался ремонт, и он стал светлый, красивый, расширилась сцена, потому что дети, когда выступали, было очень близко к стене и достаточно было небезопасно. А здесь очень широко, сделали кулисы, и здесь вообще очень красиво, замечательно, и теперь будет, я надеюсь, и мы будем все рады приходить на разные мероприятия, которые здесь будут проходить. И детям здесь будет очень интересно. И так, конечно же, в таком прекрасном помещении, да, комфортно. Да, мы переехали из Москвы, и я считаю, что вполне можем конкурировать с московскими школами, со многими. Вот, поэтому выражаю вам, конечно, большую благодарность администрации, Смирновой Ирине Юрьевне, всему педагогическому коллективу за ремонт в зале. Действительно очень светло, как сейчас узнали, еще будет кондиционирование установлено. По словам директора школы номер 7 Ирины Смирновой, актовый зал – это культурный центр, можно сказать, сердце учебного заведения. В течение года здесь проводится множество различных мероприятий не только школьного, но и районного уровня. Дополнительно будет оборудована система кондиционирования, поскольку зал рассчитан на достаточно большое количество мест, и после вчерашнего визита главы Фурманского муниципального района, после того, как он осмотрел наши ремонтные работы, было принято решение Павлом Николаевичем, что у нас должна быть установлена система кондиционирования. Мы планируем, что вот на этой красивой стене у нас будет панно, которое будет красноречиво говорить о том, что это все-таки актовый зал, в котором дети будут заниматься творчеством. И, естественно, аппаратура новая музыкальная. Я хочу сказать большое спасибо родителям выпускников 11-классников, которые помогли нам приобрести вот этот вот замечательный занавес. Педагогический коллектив нашей школы выражает огромную благодарность администрации Фурманского муниципального района, депутатам Ивановской областной думы в лице Марины Венировны Дмитриевой за выделение денежных средств и возможность в полном объеме провести ремонтные работы в нашем актовом зале. Мы об этом мечтали очень давно. Теперь у нас он стильный, современный, яркий. Детям будет более комфортно выступать, творить, смотреть какие-то мероприятия. Несомненно, преобразившийся актовый зал теперь стал более удобным и комфортным для проведения самых разных школьных праздников, конференций, творческих встреч и других мероприятий. Уже 1 сентября здесь зазвучат детские голоса. Юрий Пашин, Виталий Узгринков, телеканал Фурманов ТВ.